большом городе сила у того, у кого есть ствол. И казалось, что хуже уже не может быть. Но пришел он. Привет, Билли. Это что, бугай? Черт, вот дерьмо! И стало еще хуже. Папаша, дай десятку. Я знаю, у тебя же есть 10 баксов. Пожалуйста, папаша, я куплю тебе книжки. А зачем тебе книги? Чтобы учиться. Тогда просто постучи в ту дверь. Доверчивый пацан. Он все равно бы сдох от передоза. Мне нужен врач. Уже не нужен. А что ты чувствуешь, когда убиваешь людей? Они это заслужили. И я ничего не чувствую. Прости, случился косяк, бугай. Не надо было убивать Гарри. Какого еще Гарри? Если вам нужен положительный герой, можете сдать свой билет. На вид он довольно-таки грубоват. О, боже. Всюду царит одна жестокость, кругом насилие. Так, Макс, слушай сюда внимательно и запоминай. Все насилие в мире случается из-за уродов, которые собираются стырить еду у других. Спокойной ночи. Я становлюсь слишком сентиментальным. Если реальный мир гораздо хуже, чем кино, фильмы тоже должны стать намного круче. Пусть все копы, кому мы платим, вынут руки из задницы и найдут их сейчас же! Есть тут кто, кого я еще не убил? Есть! А? Спасибо! Пугай! Скоро выстрелит.